Когда Анатолий Мартынов выходит на танцпол, окружающие ликуют. Образцовый семенин приходит не зажигать, а находить новых героев. Бескорыстный, очень добросовестный, безотказный. И как профессионал у него такие фильмы, клипы отличные. Кажется, в Тобольске его знают все, и он всех. Каждый день на его страницах в соцсетях выходят ролики о тобольках. С кем свела судьба, того и славит. Папка у меня дни рождения. И вот смотрите, 34,2 гигабайта. Хорошие люди, почему мне сделать им приятное? Родился Анатолий в Омской области. В армии служил на острове Даманском в батальоне разведроты. Когда еще мы призвали в 67-м году, нам сразу сказали, вот граница. Если что, вам нужно там часа 4-5 держаться, пока там придет помощь. И мы с этим жили под нами, что мы должны стоять и держаться. У нас погиб всего один человек в батальоне. По совету отца стал бухгалтером, но душа рвалась туда, куда звала страна. Уехал Анатолий из села на ударную стройку в набережные Челны. А в середине 70-х оказался в Тобольске. Устроился водителем в Тобольское ПТП. Но с фотоаппаратом, а потом и с видеокамеры никогда не расставался. Лома, он заводится, и, допустим, если снимать спортивное какое-то действие, вот, это же надо фотоаппарат обычно взводить, щелкать. А это вот взвел, и все. В его домашней коллекции спутники его жизни. Подарок мамы, смена, три зенита, Киев, Москва, Алмаз. Все праздники вот я снимал этой камерой. Успешный блогер не упускает ни одного события в городе. Самое большое, это, конечно, это когда вот было 400 лет Тобольску. Вот. И что интересно, нам чем повезло тогда из этого наводнения – этот праздник растянулся практически на целый месяц, и поэтому можно было успеть в всех мероприятиях побывать. Вот. Потом тысячелетие крещения Руси. Каждый день Анатолий расписан по минутам. Завершив репортаж про юбилей деревни Полуянова, он едет в Тюмень снимать ролик о дне рождения региона. Все снимают репортаж, кусочки там соберутся, а я стараюсь снять концерт целиком, показать людям, вот, которые не смогут посмотреть. У меня в «Одноклассниках» аж за 7 тысяч уже идет это самое просмотров, ВКонтакте 5 с чем-то. Анатолий Мартынов своей работой продвигает в массы добро, патриотизм, любовь к ближним. После его сюжетов с концерта в костеле количество зрителей выросло в разы. И множатся ряды его друзей в соцсетях. Я говорю: Анатолий, почему ты не ведешь свой блог? Почему ты не это? Нет, он делает это просто для души, для нас, для всех, для людей. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.